Бабушка, а что, если дядя умрет без завещания? Как же наследство? Какой этот дядя глупый? Замолчите, дармоедки, и без вас тошно. Ну что, улитушка, как? Не ходили бы, не тревожили бы. Эх, вы! Ну что, подписал дядя завещание? Не знаю, барышня, не знаю. Петенька письмо прислал. В столице веселье, театры, тройки, маскарады. Отдай мне, Любенька. Поедем, Анненька. Поступим в театр, в актрисы. Поедем. Дядя умирает, а они... Умирает. 3 года умирает. Она забывает. Thank you.
Зачем? Кто пустил? Больно. Ах, брат, брат, какая ты бяка сделался. А ты приободрись, труском, труском. Ну ты. Уйди ты вон, Людушка. Ну вот, я к тебе с лаской да с утешением. А ты? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Уйди, да уйди. Ну, как же я уйду, когда... Постой-ка, я тебе лучше подушечку поправлю. Постой-ка. Тебе и спить захочется, водички подам. Лампадочку поправлю, маслица деревянненького подолью. А я, брат мой, о душе твоей думаю. Душа-то ведь наша, ах, как с ней осторожно, как с ней осторожно обращаться надо, друг мой милый. Церковь-то нам что предписывает? Приносите, говорит, моление, благодарение. Христианские кончины живота нашего безболезненные, непостыдные, мирные и доброго цвета на страшном судилище. Уйди, уйди ты. Господи, да что же это? А ты насчет капитала распоряжение сделал? Не сделал? Тем лучше. Уйди. По закону. Уйди, ни свары, ни зависти, ни кляу. Уйди. По закону. Людушка! Кровопивец! А я, брат, постненького к обеду заказал. Рыбки солененькой, огурчиков, грибков, капустки. Христианские кончины живота нашего безболезненные, мирные и доброго ответа на страшном судилище.
а законным наследником я остался. Помните, милый друг маменька, у братца были запоночки золотенькие. И куда это они девались? Ума не приложу. Баринушка спокойная, большое хозяйство сынку-то оставила. Сколько скота, лошадей, птицы, инда в жар бросает. От муки, от крупы амбары ломятся. А сколько огурцов, грибов, капусты насолено, так... Насолено. А у нас на медне две бочки тухлой солонины свиньям скормили. А людская на щах да на кашу. Орел была барыня. Министр! Она ж-то ничего в хозяйстве не мерекает. Уткнет нос в цифры, а из-под носа людишки добро воруют. Вот воруют, вот так. Вы послушайте, ребята, что струна-то говорит. Ай, дурай, вой, дурай, ай, веселый дурай. Что струна-то говорит, мне шанит-то верит. Ай, дурай, вой, дурай, ай, веселый дурай. Стану папку взять, на пяти ее держать. Ай, дурай, вой, дурай, ай. Пахать время, а барин носу тащит. Пахать время. А барин носу тащит. Платить надо. Похлопочи, подсоби. Заплачено у нас. Эх, Володька, Володька, жил хорошохонько и тихохонько, и вдруг бац. Что ж, мужичонки принесли деньги? Нет, где уж. Подавай в суд. Воры, грабители.
А я к вашей милости. Еще деньжонок одолжите. 15% дам. Что ж, дело Божье. Дам деньжонок, я дам. Я много благодарна за был, не знаю, как ваш благодарить. Был барин, приехали. Одолжил. А я-то думаю, прости, Господи, кого это по ночам носит? Ну, спасибо тебе, спасибо, спасибо. Не забыл про отца, обрадовал. Стой. Может быть, тебе вспомнил, что сегодня годовщина по брате, по Володеньке. Я, папенька, деньги проиграл. 3000 казенные. Ежели я послезавтра их не внесу, Сибирь. Что ж, внеси. Откуда же я возьму? Ничего я, мой друг, не знаю. И ты меня в эти дрянные дела не впутывай. Я последний сын у вас, не забудь. У Ивова, мой друг, Бог все взял, но он не раздал, а только сказал, Бог дал, Бог взял, твори, Господи, волю твою. Послушайте! Стойте! Тебе что от меня, негодяй, нужно? Чтобы вы заплатили деньги. Нет, 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 никогда. Прохорыч, Прохорыч, вставай, вставай, идем. Да. Что вы сиплетесь, барин? Thank you.
Прохорыч, велика для молодого барина колясочку подавать. Да, цыпленочка и корочки, яичек, что ли. Ну, ну. Я еще не поеду. Надо панихиду по убиенном рабе Божьем Владимире отслужить. По самоубийце? То есть? Нет, по убиенном. Удивительно, удивительно. Кто же его убил? Вы. Вы, я не понимаю. Видит Бог, не понимаю. А кто Володю без копейки оставил? Ты. А зачем он женился против воли отца? И вообще, я не прошу, чтобы другие в мои дела вмешивались. Не прошу. И даже запрещаю. Слышишь ты, дурной, непочтительный сын, запрещаю. Иванушка, кровопивец! Кажется, жить потихоньку, да полегонечку, хорошохонько, да тихохонько, да с папочкой. А то футы, ноты, ноты, футы, ах, ах, ах. Какая ты гладенькая. Письмо от барышни. А? Мы поступили на сцену, а летом по ярмаркам будем ездить. Я в прекрасной Елене дебютировала. Любенька Ареста изображает. Катаемся на тройках, в лучших ресторанах обедаем. И ничего не платим. В актерки пошли, греховодницы. Вокруг кустика обойдут, да и ладно. Это у них гражданским браком называется. Thank you.
Бога полна, и я видам, как говорится. Книгу дромавка, я чего еще 100 рублей. Купец первой гильдии Кукишев. Какое нахальство! Это у них такое обдохновение. Уж очень они актрис обожают. Ты что же это, антрепренеришка?
я тебе театр сосватал, а у тебя актрисы кабенятся. Не беспокойтесь, уважаемый. Мы ее приструним, шелковая будет. То-то же. Вы что же, раздавить меня хотите? Помер упустить? В чем дело? Чего вы орете? Вы из себя институтку не стройте. Кукишев меценат, он мне денег дает. Я вас бенефисы лишу, жалованье сбавлю. Это безобразие, хамство. Подумаешь. Какую я вам делянку лесу-то приготовил? Молодец, Игнаш. Мы еще с тобой делов наделаем. Но! Чужой лес воровать. Простите, барин. Я давно всех простил. Сам Богу грешен. Кровопивец. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты вот язык свой осквернил. А я прощаю. Я по закону. Нашему именитому помещику почет и уважение. Да. Ну да погоди. Белья-то, белья-то сколько извела. Подумаешь, не весь что. Принят народиться. Барышня приехала, племяннушка, за наследством сядь. Thank you.
Здравствуйте, дядюшка, здравствуйте. Приехала. Отлично. Как у вас здесь скучно, дядя. Соседей нет, офицеров тоже нет. Скука. Вот на, не успела повернуться, и уже скучно. Дядя, почему вы в гусары не пошли, а? Того, мой друг, что всякому человеку свой предел от Бога положен. Одному в гусарах служить, другому в чиновниках быть, третьему торговать, четвертому, пятому, шестому. Бабушке осталось наследство. Березку раскали, да вязаночку дров на кухню отнеси. Ну и топорик назад отдам. Да чай, кашки, кваску. Так-то, милый друг, по-божьему, по закону. Барин накормить посулил за работу. Ну иди, иди! Распустил бороду-то! Накорми!
Давай вина, хозяин. А деньги? Молился я Боженьке, чтобы он оставил мне мою Анненьку. И Боженька сказал, возьми Анненьку за полненькую тальницу и прижми ее к своему сердцу. Фу, дядь, какие вы гадости говорите. С вами страшно. Прощайте. Видно, нам гусаров надо. Как вы, баринушка, насчет младенца-то располагаете? Али... По примеру прочих, в воспитательных. Ничего я не располагаю, ничего я не позволяю, ничего я не знаю. Я что ли знаю? Я что ли кузов-то строила? Приласкали бы, баринушка, приголубили. Убирайся, дура, уходи. Скучно, баринушка, страшно. Если ты, распутная девка, когда-нибудь без спроса в кабинет ко мне, убью. Растеряй, сохрани же словом, и же делом, и же видением, и неведением меня спасти, Господи. Барин, а барин, как бы и Евпраксеюшку-то у нас Бог душу не отдала. Сколько раз я просил не беспокоить меня, когда я на молитве стою.
Ну, что еще там такое у вас, а? Евпроксеюшка-то у нас мучается, разродиться не может. Никаких я ваших делов не знаю. Знаю, что в доме есть больная. А чем больна, от чего больна, узнавать, признаться, не любопытствовал. Пришли бы, взглянули бы. Их вы. Не пойду. Кабы за делом, за 5 верст пойду. За 10 нужно, за 10 пойду. И на дворе метелица, и морозец, а я все иду, 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 иду. Вот сатана. Чтоб вас родили. Дескоте? Нет, нет, боюсь за них, не люблю. Ступай. Я вот брошу, вот и нянчить. Thank you.
у Юлькина и у Кукишева обнаружена растрата. В обеспечении иска прошу сдать ценные бумаги и золотые вещи. Володюшка, спи, сынок, спи. Молился я Богу, вчера и сегодня молился. И выходит, как-никак, а надо нам Володеньку пристроить. Известно, надо. Не щенок, в болото не выкинешь. Первым делом Евпроксеюшку пожалеть надо. Мне, что ли, в воспитательницу везти? Хочется мне, чтобы из Володьки настоящий человек вышел. И Богу слуга, и царю подданный. Оттуда слышал я, учителя некоторые попадают. Из воспитательного-то прямо генералами делают. Возьми проказника Володьку и скатай с ним живым манером в Москву. Да ты только смотри, чтоб все было, по-моему, по-головлевски. Заверни его тепленько, да уютненько, сорочка, чтобы чистенькая, рубашоночки, тюбаночки, полотенчики, платочки, простынечки. Ну и бары, ну и господа, хуже, чем щенка в болото, хуже. Володька, Володька, кажется, велик ли и всего-то с ноготок. А поди-ка, сколько уже денег стоит? Евпроксеюшка, ты здесь? Здесь, да не для вас. И что, друг? Да вот, барин, ржится, барин. Ребятишки голодные. А, вот кабы вы и трудились, да Богу на свечку из достатков своих уделяли, а то все в кабак да в кабак. Вот за это, за самое и не подает вам Бог ржицы. Да это что и говорить, это справедливо. Да вот кабы ежели мы гордивы очень, а я не горжусь. Что я такое? Чей? Козявка. Тьфу!
И вот за смиренство мое Бог меня благословил и царю внушил, чтобы он меня спасал. Так ты говоришь, ржится тебе, а? Ржится, боржится. В одолжение. До новой. Ребятишки голодные. Хорошо, друг, хорошо. Я тебе пудик дам, а ты мне через полгодика два отдашь. Не многовато ли будет? Да, у меня пустышка есть, с десятинку покосится. Ты десятинку шутя скосишь. Так, в одолжение. Бог для всех, а мы друг подружки. Я, брат, ведь прост. Так это как же? Это сверх двух пудов аж. Иди, домовой, не то кипятком ошпарю. Вот гадина. Именно гадина. Там-то дома никак нет. По хозяйству пошли. Травите, мужичонки, овёс, травите, штрафик заплатите. А овёсик-то Бог даст после дочечка и поправится. Что же, раздарить меня хочет Иудушка? Это не наследство, а шмётки какие-то. Да уж, где ему дала? Помещица Галкина. С родственницы ваш приехали. Вон, наследница. Смерти моей желает. Вон! Ишь, воры, грабители.
Нет, этого я не могу. Продаваться первому встречному. Надо умереть. Пойми, очнись, надо умереть. Что ж, умрем? Приезжий из соседнего номера интересуется. Нет, нет, уходите. Трешку сулит. Уходите. Сестрица, милая, пей. Пей, подлая, пей! Дворянин, столбовой, продай землю, я чугунку проведу. Кто пустил? Прохорыч, гони его. Да продай. Продай, что ли? Тоскует она по-настоящему родителю. Эх, какой ты хозяин. Вот наследница твоя Галкина. Вот это хозяйка. О-о-о. Мы с нею, Бог даст, винокуренный завод спроворим. Гони его! Собак на него натравить! Собак? Да ты что? Думаешь, только ваша дворянская сила? Нет. Нынче купец царю и отечеству опора. Как?
как ты смеешь так разговаривать со мной, с дворянином, чубатая рожа? Был дворянин, да черт переменил. Если бы все это забыть, убить это прошлое. В всем округе коровы подохнут, а у меня нет. И молока вдвое против прежнего давать буду. Сколько прибыли? Сколько? Цифры, цифры, святое дело. Там рублик, там полтинник. А мужичонка моржиться не даст. Нет, нет. Ржицы продажной нет, а в одолжении изволь. Я тебе пудик отмерю, а ты мне через полгодика два отдашь. Процентов я не беру. Ах, маменька, милый друг маменька, много за вами грешков, много. Зачем? Аненьки и Любеньки по горелку отдали. Какой вкус распутным актеркам выбросили. Эх, маменька, милый друг, маменька. А что, если все добро в деньги превратить? Деньги — святое дело. И верное место положить. А там пойдут. На проценты, проценты, не горе, не заботушки, отрезал купончик, пожалуйте, денежки, пожалуйте. Уйду, уйду от проклятых людишек, укроюсь под крылышко угоднику, смирнёхонько. Тихохонько, как на небеси. Денюшки, денюшки, билетики, купончики, проценты на процентики. Воры, грабители, смерти моей хотят. Наследница, наследница, дворянка с хамом, с купчишкой заодно. Нет, 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 не позволю. Меня
царь вознаградил. Меня Бог благословил. Смотрю я на вас, барышня, и так-то мне вас жалко. Мне тебя жалко, и Володю, сыночка, жалко. Володюшка, роженый ты мой, где-то ты. Любенька сама от себя умерла, а ты осталась, не выпила. Да, вот живу. Дядя, скажите, вы добрый, дядя, ответьте. Thank you.
пей, пей, подлая. Приказала. Пусть штрафик заплатят мужички.